А теперь к новостям спорта. В Славянске на Кубани завершился 7-й традиционный открытый турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения в памяти заслуженного тренера Туркменской ССР Хлыстова. В соревнованиях приняли участие 8 команд из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Темрюка, Славянска на Кубани. Общий охват участников составил около 100 человек. По итогам соревнований места в турнирной таблице распределились следующим образом. Среди юношей первое место у команды из города Анапа. Славянцы стали вторыми. Среди девушек победу одержали баскетболистки из Темрюка. Женские команды Славянска на Кубани заняли третье и четвертое место.